Еще три бойца, погибших в 1941 году при отступлении 41-го стрелкового корпуса от Луги к Гатчине, нашли упокоение на братском захоронении в поселке Мшинское. Нашли их останки члены поискового отряда БЧ-6 из Санкт-Петербурга, курсанты Московского училища МЧС и военно-патриотическое поисковое объединение «Витязь». Это на Ящере, река Ящера и впадающий Лутинский ручей, вот в этих местах нашли всех бойцов. Два бойца, которые на Лутинском, там переправа была, вот, и бомбили или обстреливали их с пушек, не знаю, 8 погибли тоже вот, от осколков. А этот, скорее всего, часовой был, рядом тоже была переправа, и вот его осколком убил, и он упал с обрыва вниз в речку. В полдень 8 ноября останки бойцов были преданы земле с отданием гражданских, воинских и церковных почестей. Протоиерей Николай Давлетов отслужил литургию попавшим, а военнослужащие Лужского гарнизона дали прощальный салют из стрелкового оружия. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Марина Левченко, присутствовавшая при захоронении, рассказала о готовящемся законе патриотического воспитания. Это не говорится о патриотическом воспитании школьников, молодежи. Это будет документ, который охватывать будет все население Ленинградской области, и взрослых, и детей, и молодежь. И вот такие мероприятия, как сейчас вот церемония захоронения, я считаю, это тоже будет методом воспитания наших сограждан. После захоронения отряд «Витязь» представил находки, встречающиеся при раскопках на полях сражений. Оружие и боеприпасы, личные вещи и инвентарь, изъеденный ржавчиной, до сих пор можно встретить на полях или в лесах. Флягу и саперную лопатку, найденные вместе с захороненными бойцами, отряд передал музею Мшинской школы. Чем дальше от нас война, тем больше понимаешь о том, что как мало мы знаем об этих событиях. И вот уже близится 75 лет победы, и вот открываются такие факты, которые действительно очень интересны не только как память, это все понятно, но и просто познавательно, что открываются новые документы секретные. Работа поисковиков будет продолжаться. И надеемся, грядущий закон о патриотическом воспитании сумеет сделать их труд легче.